Всем привет, с вами Димон на Первом Игровом. Это видео снято именно со звуком, с объяснениями, что я хотел, что я сделал. Значит, был у меня такой парень, Конор Макдэвид, 94-й, вот с такими статами, и провел у меня он 449 матчей, 279 шайб, 248 передач. Ну, думал, я же говорил там, думаю, зачем мне его апать, зачем думать о сете, моменты НХЛ. А потом, как появился ТОТС, это Team of the Season, МакДэвид 98, я задумался, почему бы нет, почему бы этого не продать и собрать сразу моменты НХЛ 96 и потом собрать ТОТС 98, МакДэвид. Ну, сейчас мы увидим, как это все делал я. Что интересно, столкнулся с проблемой, я сразу сделал такой момент, сразу скажу, что взял, собрал именно на них все дополнительные там форма, логотипы, потом игроков, которые необходимы для сета, а потом уже дополнительно собирал золотые коллекционки, а потом уже производил ап, потому что думал, если не получится что-то, я тогда его не буду апать, ну как бы подстраховался. Ну, вот такой момент, просто будет кому интересно, покажу, как это все сделал, собирал. Значит, моменты НХЛ. Сет с МакДэвидом мне был 87-й МакДэвид, я превратил его в 88-го, когда раньше, помните, был дуо. Вот мне сразу стопорнулось именно то, что не было формы домашней гостевой Эдмонтона. Потом я день нашел сразу домашнюю, потом гостевую. И собираю сет уже, когда у меня все собраны дополнительные комплекты недостающих элементов. Ну и вот и пошла по этапу. Да, именно проблема была Сент-Луиса логотип, но он оказался у меня, тоже приобрел его, хотя был сет специальный, не сет был, а специальная была один из ежедневок, где можно было получить этот логотип. Но я его купил заранее, готовился к этому сету. Ну и вот так получается, потихонечку мы собираем одним махом. Игроки тоже, что не хватало, прикупил, присматривался, чтобы были подешевле. Вот он 91-й, растет наш малыш МакДи. Ну, это вот вспоминается каждый момент от его. Вот Карпесала тоже приобрел. Ну, недорогие были игроки, поэтому сет уже давно прошел. И очень удобно, кстати, что его можно собрать, его, когда он завершился. Не надо думать, торопиться, можешь постепенно собирать из АКП. Ну, в последнее время я больше брал 50 к 1, покупал на рынке за 70, за 750, за 750 максимум, такие вот были игроки. Ну, 900 как раз попал, когда были среда, четверг выпускались награды, очень удобно было. Ну и заранее тоже прикупал игроков, и которые были за награды. Ну, вот у нас 94-й. Ну, уже последний сет потребовалось там собрать игроков и золотые, больше чем надо золотых коллекционок. Ну, я потратил, если не ошибаюсь, 16 в этом сете. Это 94-й. Сейчас мы его сделаем 96-й. Ну что, добро пожаловать. МакДэвид 96-й. Ну, тоже посмотрим, какие статы. Тоже очень отличные даже. Вот у него три синергии.
смотрим, что они и так. Вот гаубица, вор, сердце и душа командная. Ну вот, как бы игрок собран, и я решил все-таки успеть. Ну, я думаю, что сет тоже будет тот останется. Но хотелось бы поиграть хорошей картой, почему бы ее не поменять. Ну вот, собрал я МакДэвида. И пошел в ТОЦ. Тоже пришлось посидеть 50 к 1 собирать, чтобы хорошо, что были на рынке и 700, 750, 800, 850 и 900 игроки, цена монет за одного. Собираем последний долгожданный золотой. Да, еще ж прошел вот эти все дополнительные, это менял, у меня были дополнительные айконы, 10 игроков и один айкон меняешь в золотую коллекционку. Ну, разная махинация, можно было и пройти специальные задания. Ну вот, мы собираем 98-го. Давайте посмотрим. Конечно, как я увидел его статы, именно когда уже заработали и все, и командные синергии, это просто, конечно, все 99. Видим, все 99, даже включается искра. С ним запускается у нас искра, зажги лампу. Я показываю, какие есть. Они и так все 99. Ну, конечно, карта уже все остается. Говорится, навсегда. Так что посмотрим, как он покажет себе в четвертом сезоне ГВЦ Худ Чемпионс. Надеемся, что он нам поможет нашей команде забивать шайбы. Он и так хорошо забивал 94-й, но вот, включены все синергии у нас, и мы готовы. Если были бы, наверное, 102, тоже было бы классно. Так что нормально. Спасибо за просмотр и готовимся к нашим битвам.